Здравствуйте, дорогие друзья! У нас проблема появилась у девочек с вывязыванием вот этого ромбика. Для тех, кто вяжет давно и спицами хорошо вяжет, для тех это, конечно, не проблема. Но также я думала, что для новичков это не может быть проблемой, потому что я часть показала и дальше рассказала, как вязать. А оказывается, не все так просто. Девочки столкнулись с проблемами, поэтому запишу небольшое видео именно вот этой вот части. Здесь у меня по 6 петелек с двух сторон и 4 внутри, на сам ромбик получается 12-16 петелек. На 16 петелек я сейчас вот просто свяжу один ромбик с вами, чтобы вы уже не тормозили на этом узоре, вам было легче ориентироваться. Так, наберем 16 петель, как я сказала, и будем вязать только этот узор. Так, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 петель. Это вот именно полоса этого узора на 16 петель. Так, чтобы уже на лицевую сторону я один ряд провяжу просто лицевыми петельками, или давайте сразу уже вяжем первую, считаю я, она у нас входит в узор. 1 2 3 4, это считается будет у нас изнаночная сторона. 4 5 6, 4 петельки изнаночные. И так, правильно сказала? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, я одну лишнюю набрала, ну ладно, ничего страшного. 1 2 3 4 5 6 7 8, где ж я там, а вот я ее где упустила, 4 петельки там должно быть, видите, я тоже ошибаюсь. Так что, если вы тоже ошибетесь, ничего страшного в этом нету, девочки. Так что, даже, как говорят, и на старуху бывает проруха, да? Так, 4 петельки здесь у меня изнаночные и 6 лицевых. Это у нас изнаночная сторона. Так, теперь на лицевой стороне вяжем. Переходим на лицевую сторону. Смотрите, у нас идет с двух сторон ромбика полотно из изнаночных петель. Внутри у нас 4 лицевых петли получается на лицевой стороне. Теперь вяжем изнаночные петельки. 3, считаю кромочную. 3, 4, 5, 6. 6 петелек изнаночных. Теперь вот эти 4 петельки мы меняем местами. Буду медленно показывать, чтобы вы хорошо усвоили это, как их поменять местами. То есть вот эту вот часть первую, вот это первое перекрещивание, берем 2 петельки, снимаем, ниточка за работой, 2 петельки сняли. Вяжем 2 лицевые петли. 1 2. Теперь спица перед работой, снимаем 2 петли, подхватываем, вернее, 2 петли и снимаем со спицы. Я сняла, вот они у нас 2 петельки здесь вот болтаются свободно. Я их теперь подхватываю на спицу с провязанными петлями. Здесь у нас провязанные петельки. Эти 2 петли мы не вязали, значит, мы их будем вязать лицевыми петельками. Вяжем 2 лицевые. Вот мы их поменяли местами, 2 петли на 2 петли. Этот принцип перекрещивания во многих косах применяется. Так что они в любой косе, там может быть и по 3 петли в перекрещивании идти,
Если очень крупная коса, то и по 4 можно будет. Принцип остается тот же. Изнаночная сторона вяжу по рисунку. То есть у меня лицевые петли идут, значит, я их вяжу лицевыми. 6 петель у меня здесь лицевых. Изнаночные. Вот эти 4 петельки мы их также и вяжем изнаночными. Петельки, и дальше по рисунку у нас идут лицевые петли, лицевые, ну и кромочная. Здесь у меня кромочная петля, а в рисунке здесь у нас она переходит в этот узор гусиные лапки. Так, переходим на лицевую сторону. На лицевой стороне теперь мы будем заполнять внутреннюю часть ромбика изнаночными петлями. Первую я связала 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель. Шестую мы будем перемещать внутрь ромбика. Ниточка перед работой, так как изнаночная петля у нас пойдет позади двух лицевых. Ниточка перед работой. Сняли ее, мы ее не вяжем. Вяжем 2 петли следующие лицевые. Так, теперь непровязанную изнаночную петлю заводим спицу за работу, подхватываем ее, я в нее продела спицу, и снимаю со спицы, которой мы вяжем петли. Вот я сняла. И теперь подхватываю 2 лицевые петли, ниточку заводим за работу. Вот у нас поменялись местами. Вот эта петля у нас будет изнаночная. Мы ее взяли отсюда, с этой стороны полотна. Поэтому вяжем ее изнаночной петлей. Теперь ниточка за работой. Снимаем 2 петли лицевые. Мы будем перемещать вот эту петельку внутрь полотна, внутрь нашего ромбика. Снимаем 2 петли лицевые. Вяжу. Теперь уже эту петельку я вяжу изнаночной петлей. Теперь мне надо ее переместить внутрь ромба. 2 лицевые я подхватываю спицы перед работой. И снимаем с правой спицы. Это у нас правая спица, да? Теперь мы подхватываем изнаночную петельку. И вот она у нас уже внутри ромба оказалась. И вяжем эти 2 петли лицевые. Мы не вязали, поэтому мы их провязываем. Связали. Все, мы 2 петельки изнаночные переместили внутрь ромба. Они у нас внутри. Дальше вяжем по рисунку изнаночные петельки. Так, теперь на изнаночной стороне все петли по рисунку вяжем. Лицевые мы вяжем лицевыми. Здесь у нас осталось 5 петель. Дальше идут, смотрите, у нас 2 изнаночные. Их вяжем изнаночными. Внутри ромба у нас 2 лицевые, как видите. Вот они лицевые, мы их вяжем лицевыми. Дальше идут 2 изнаночные по рисунку. И дальше полотно. Опять лицевыми петельками. Все, изнаночную сторону мы связали. Переходим на лицевую. Как видите, вот у нас уже вырисовывается ромбик. Опять на лицевой стороне вяжем 1 петля, 2, 3,
4. Теперь нам нужно переместить пятую петельку. Пятую петельку внутрь ромба. Опять делаем то же самое. Ниточка перед работой. Первую изнаночную петлю мы снимаем. Опять вяжем 2 лицевые. И петельку изнаночного полотна подхватываем спицей за работой. Снимаем все петельки. Так, вот они. Подхватываем 2 лицевые. И мы их переместили. Петлю изнаночную внутрь нашего полотна. Вяжем ее изнаночной петлей. Так, 3 петельки, да? И нам нужно еще 4-ю петлю сюда переместить. То есть вот эту изнаночную петлю мы перемещаем внутрь ромба. Первые 2 лицевые петельки мы снимаем. Ниточка за работой. Изнаночную вяжем изнаночной петлей. 2 лицевые не провязанные подхватываем спицей перед работой. Снимаем все петельки. Теперь вот эту петельку провязанную изнаночную мы подхватываем и перемещаем внутрь ромба. Вяжем 2 лицевые. И дальше изнаночные петельки до конца ряда. Как видите, мы уже переместили внутрь ромба 4 петельки. У нас получается изнаночную петлю вяжем как положено по рисунку. То есть лицевые мы вяжем лицевыми. Затем идут у нас 2 изнаночные. Внутри ромба 4 лицевых. Две изнаночные и дальше лицевые. Тут у меня 4 с двух сторон ромба, 4 петельки лицевые на изнаночной стороне. Поворачиваемся на лицевую сторону. Вот у нас идет расширение ромба. Так, дальше опять перемещаем петельки на лицевой стороне. Вяжем 1, 2, 3 изнаночные петли. 4-ю мы опять будем перемещать внутрь ромба. То есть вы поняли, да, что мы каждый раз с двух сторон вот эти 2 петельки изнаночного полотна мы должны переместить внутрь ромбика. Поэтому внутри ромба у нас всегда должно быть четное количество петель. Потому что идет параллельно друг другу вот это перемещение. Опять снимаем изнаночную петлю. 2 лицевые. Спица за работой. Берем изнаночную петельку. То, что мы не провязывали. Мы ее подхватываем сзади работы. И снимаем все 3 петельки с правой спицы. Подхватываем 2 лицевые петли ромбика, переместили и вяжем дальше изнаночные петельки. 2, 3, 4, 5, и нам нужно еще 6-ю сюда переместить. То есть это вот эта петелька, вот эта петля у нас будет перемещаться внутрь. Теперь ниточка за работой, 2 подхватываем лицевые, не провязываем, изнаночную вяжем, подхватываем перед работой 2 лицевые и снимаем все со спицы с правой, подхватываем изнаночную петлю, дальше 2 лицевые и 3 изнаночные петельки. Теперь у нас внутри 6 изнаночных петель. Вот такой вот ромбик у нас получается. На изнаночной стороне вяжем все петельки по рисунку.
лицевыми. Тут у нас 3 петельки, потом 2 изнаночные, 6 петель у нас внутри ромба лицевые. Опять повторюсь, это у нас изнаночная сторона. Дальше 2 изнаночные и 3 петельки в конце ромба. Так, на лицевой стороне мы еще одну петельку. У меня внутри ромбика здесь 8 петель. Так, сейчас я посмотрю, я уже подзабыла. Да, 8 петель. Значит, нам нужно еще по одной петельке внутрь переставить, передвинуть. Вяжем 2 петельки в начале перед ромбом, третью будем переставлять внутрь. Ниточка перед работой, снимаем петлю, вяжем 2 лицевые, опять подхватываем непровязанную изнаночную петельку, снимаем все петли со спицы и подхватываем 2 лицевые петли и вяжем за изнаночную петельку. Ну и дальше внутри ромба все петельки изнаночные. Здесь у нас уже вот сейчас вот на данный момент 7 изнаночных петель, да? 7. И мы 8-ю должны сюда тоже переставить, вот эту петельку. Подхватываем 2 лицевые, ниточка за работой. Вяжем изнаночную петлю. Подхватываем 2 лицевые, снимаем все со спицы. И подхватываем изнаночную петельку. 2 лицевые. И изнаночная, и кромочная. Теперь у нас уже полный, половина ромба мы связали. У нас внутри 8 петелек должно получиться. Четное число. Дальше вяжем все петельки по рисунку. У меня здесь кромочная, лицевая, 2 изнаночные, 8 лицевых. Две изнаночные, лицевая и кромочная. Так, теперь там вот если по рисунку здесь у меня 2 ряда, я просто вязала без всяких, не передвигая уже петельки, просто по рисунку вяжем. Но бывает так, что я вот в данном конкретном случае, именно на мой узор, можно сразу передвигать, и если ромбик, у меня просто внутри есть шишечка, поэтому я так сделала. Но если внутри нет никакого рисунка, то можно сразу убавлять ромб, пойти, вернее, рисунок, чтобы пошел на убавление. Но так как у меня рисунок, поэтому 2 ряда я свяжу просто без изменений по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Этот ряд связали без изменений, и следующий изнаночный ряд мы тоже свяжем без изменения, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Вот теперь мы будем вязать шишечку. В принципе, можно, если вдруг не получается шишечка, можно и без нее обойтись. Но в данном конкретном случае я эту шишечку делала. Вот теперь первая кромочная, изнаночная. Теперь я буду убавлять и за одну шишечку эту делать. 2 петельки снимаем. Ниточка за работой. За работой. Мы будем теперь вот эти внутренние изнаночные петельки перемещать во внешнюю часть ромба. Ниточка заработает, 2 петельки я не провязала лицевые.
вяжу изнаночную петлю. Берем 2 петельки лицевые не провязанные и снимаем все со спицы, с правой спицы. Подхватываем изнаночную петлю и вяжем 2 лицевые. Теперь 2 изнаночные петли. И вот здесь я начну вывязывать шишечку. Как мы ее вязали? Вот смотрите, где я буду первую ниточку подхватывать. Вот эти 2 петельки мы пропускаем. И вот здесь, вот видите, вот под этой петлей, в третий ряд, по-моему, да, раз, два, под второй ряд, вернее, под второй ряд мы вытягиваем. Беру ниточку и как будто лицевой петлей вы вяжете. Подхватываем ниточку, делаем накид. Теперь спускаемся по этому же ряду вниз еще на один ряд и подхватываем еще одну, вытягиваем ниточку, накид, еще вниз спускаемся и подхватываем ниточку, подтягиваем так, чтобы у нас она не ложилась ровно, ниточка. Подтягиваем на уровень ряда нашего. Натягивая немножечко спицы и полотно. Накид сделали. Опять спускаемся вниз. Можно шишечку сделать длинную, можно более короткую. Опять накид сделали. И теперь нам нужно ее провязать. Теперь подхватываем вот эти все наши вытянутые петельки. Именно только эти вытянутые петельки. И провяжем ее так, чтобы вам было понятно. Следующая у нас идет изнаночная петля. Вот вместе с ней, со следующей изнаночной петлей, мы ее провяжем лицевой петелькой. Вот у нас шишечка вышла. Дальше вяжем изнаночные петельки. 3 изнаночные петли. Четвертую изнаночную петельку мы передвинем во внешнюю часть ромба. То есть я ее сняла. Ниточка перед работой. 2 петли лицевые вяжем. Теперь подхватываем изнаночную петельку за работой. Снимаем все петельки со спицы. Подхватываем 2 лицевые петли и вяжем изнаночную петельку. Здесь у нас 3 уже петельки получилось. С двух сторон по 3 петли. Здесь 3 петли и здесь. То есть у нас пошел ромб на убывание. На изнаночной стороне вяжем все петельки по рисунку. То есть у меня здесь кромочная, лицевая, еще одна лицевая, 2 изнаночные. Дальше идут все петельки лицевые. 1, 2, 3, 4. Вот та петелька, которую мы вязали шишечку, лицевую вяжем. И дальше все петельки лицевые. То есть внутри ромба у нас здесь 6 петелек лицевых. Дальше 2 изнаночные и лицевые петельки. 2 и кромочные у меня здесь. Так, вот что у нас должно получиться. Опять у нас здесь передвижение идет, пойдет. Первый снимаем кромочные. 2 изнаночные. Опять же, мы будем передвигать петельку в наружную сторону ромба. Вот эту вот изнаночную петлю мы будем перемещать за 2 петли лицевые. Теперь ниточка за работой опять. 2 петельки снимаем. Вяжем изнаночную петлю.
берем 2 лицевые петли, снимаем все петельки, подхватываем изнаночную петлю и вяжем 2 лицевые петельки. Так, переместили петлю в наружную часть ромба. Дальше идут 1, 2, 3, 4 петельки внутри ромба у нас. У нас 5 петель, да, осталось, мы переместили. Вот эту вот 5-ю петельку мы тоже будем перемещать в наружную часть ромба. Ниточка перед работой, изнаночную петлю снимаем. Вяжем 2 лицевые. Теперь подхватываем ниточку за работой, ту, что мы не вязали, изнаночную петлю. Подхватили и снимаем все петельки со спицы. Подхватываем 2 лицевые петли перед работой. И мы переместили петельку, вяжем ее изнаночной. И дальше до конца ряда изнаночные петли. Так. У нас внутри ромба осталось 4 изнаночные петли. На изнаночной стороне вяжем все петельки по рисунку. Кромочная у меня. 1, 2, 3 лицевые, всего 4 петельки, 2 изнаночные, 4 лицевых, 2 изнаночные и 3 лицевые и кромочная. Вот наш ромб вырисовывается. Надеюсь, вы уже поняли, да, принцип, как вязать. Так, полотно изнаночных петель. Опять перемещение пойдет изнаночных петель наружу. Опять ниточка за работой. 2 петельки подхватываем, снимаем. Вяжем изнаночную петлю. 2 лицевые снимаем вместе с нашей изнаночной провязанной петлей. Подхватываем ее на правую спицу и вяжем 2 лицевые. Переместили. Дальше 2 изнаночные. Третью перемещаем в наружную часть ромба. Ниточка перед работой. Снимаем изнаночную петлю, не вяжем ее. 2 лицевые, изнаночную подхватываем за работой, снимаем все петельки со спицы. Подхватываем 2 лицевые, поменяли местами и вяжем до конца эту петельку изнаночную и все последующие. Ну, почти мы закончили ромб. Надеюсь, уже здесь разберетесь. Так, на изнаночной стороне по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Так, вот он у нас ромбик. И осталось еще 2 петельки переместить, и у нас он будет закончен. Так, вяжем изнаночные петли по наружной части ромба. Перемещаем, вот эти 2 петельки будем перемещать. Опять ниточка за работой. Снимаем 2 лицевые. Вяжем изнаночную петлю. 2 лицевые снимаем со спицы. Подхватываем изнаночную и вяжем 2 лицевые петли. То есть мы поменяли опять. И осталась 1 петелька, которую мы тоже будем перемещать. Ниточка перед работой. Снимаем петлю.
вяжем 2 лицевые, подхватываем непровязанную изнаночную петельку за работой, снимаем все петельки и подхватываем 2 лицевые петли, поменяли местами. Дальше до конца вяжем изнаночные петли. Все, мы закончили перемещать все наши петельки из ромба наружу. На изнаночной стороне опять же вяжем по рисунку. Так, ну еще чуть-чуть осталось. Так, вот у нас ромбик почти закончен. И опять мы будем повторять первый ряд переплетения. Здесь у нас изнаночные петельки. Меняем местами вот эти 4 петельки. 2 лицевые подхватываем, ниточка за работой. Вяжем 2 лицевые следующие. Теперь берем 2 непровязанные лицевые петли перед работой, подхватываем, снимаем все петельки со спицы, подхватываем 2 провязанные петельки лицевые и меняем местами с непровязанными 2 петельками. Теперь вяжем эти 2 лицевые петли, поменяли местами, и дальше полотно изнаночных петель. На изнаночной стороне вяжем по рисунку. То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Теперь у нас там идет двойное переплетение. Это я тоже покажу, чтобы уже не было, наверное, вопросы уже отпадут, чтобы мы уже знали. Теперь 2 ряда мы вяжем просто по рисунку. Этот ряд я свяжу по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. И следующий ряд тоже по рисунку. И еще раз переплетем вот эту вот часть на этой стороне, на лицевой. Вяжем изнаночное полотно. Опять ниточка за работой, вернее, перед работой, подождите, за работой. 2 петельки снимаем. Ниточка за работой. 2 лицевые провязываем. Снимаем 2 первые лицевые петли и меняем их местами со следующими. Вяжем их лицевыми. Такая косичка у нас получилась. И дальше вяжем изнаночное полотно. И последний ряд я провяжу. И на этом мы закончим. Изнаночную сторону вяжем всегда по рисунку здесь. Так. Это у нас получился один раппорт узора. То есть дальше идет будет просто повторение. Вяжите вот с того места, где мы уже начали перемещать. Вот с этого ряда уже пойдет перемещение внешних изнаночных петель внутрь ромба. То есть вот это вот сейчас, то, что мы сейчас сделали, вот это вот перекрещивание, это вот этот вот ряд. Дальше будете повторять. Вот таким, это принцип вязания кос.
Ну, думаю, что уже здесь теперь уже не запутаетесь. Надеюсь, что не запутаетесь. Я уже более подробно показала. И надеюсь, что было понятно. Ну и все, до свидания, девочки. Удачи вам в вашей работе. И очень надеюсь увидеть результаты ваших работ. До свидания, до следующих встреч.